холодильник не работает, тоже продукты питания, стиральная машина не работает. В общем, ну сами понимаете, когда нет света, а от света зависит все. Переулок Крылова. Сейчас в этих домах временно нет электричества. И хотя жильцам это доставляет некоторые неудобства, они признаются, что готовы с этим смириться. Главное, чтобы потом в домах снова было тепло, светло и комфортно. Вчера, говорите, мы столбы закопаем, а завтра, говорите, уже проволоку будем тянуть. И значит, все будет хорошо. Это плановый ремонт. В этом году энергетики уже заменили воздушные линии по улицам Потемкина, Герцена, Энергетиков. Планируется также демонтаж по улицам Нахимова и Совхозной. В Парканах тоже в ближайшее время появятся новые воздушные линии. Сам процесс занимает около недели. Полностью меняется линия, да, демонтируются как старые опоры и провода, и ставятся новые железобетонные опоры, и новый провод натягивается. Энергетики рассказывают, старые электролинии прослужили примерно 30 лет, а то и больше, хотя срок их службы рассчитан всего-то на 25 лет. А вот новые, уверяют специалисты, должны исправно работать 40-50 лет. И все работы будут выполнены до наступления холодов, чтобы зимой из-за них не пришлось отключать отопление. Алла Чумаченко, Александр Чебан, Первый Приднестровский телеканал.